Друзья, если вы любите формат мысли как подписчик, будет очень круто, если вы подпишетесь на канал. Ну а также, у кого есть возможность, влепите лайк, напишите любой комментарий, все комментарии я лайкаю. Ну и в начале каждого выпуска будет один интересный факт по рубрике «Мыслить как подписчик». И сегодняшний факт пройдет про пары, которые показали нереальные зарубы, а именно про пары, которые сыграли в ничью. За все выпуски «Мыслить как подписчик» было буквально 7 ничейных результатов. Дважды его показали между собой Герман и Нечай. Сначала они сыграли 36-36, а второй раз 37-37. Акул Кефир 38-38. Ромароид Дрожук 36-36. Эльхан Абольский 32-32. Гудмакс Вася Пономарев 36-36. И самое интересное, что рекордсмен по ничейным результатам — это Герман, потому что у него также была ничья против Финита 38-38. Ну а в следующем выпуске мы поговорим о самых крутых камбэках. В Лиге Чемпионов осталось 8 сильнейших команд, 4 из которых сыграют сегодня, а 4 завтра. Реал Мадрид Ливерпуль, Манчестер Сити Боруссия, Бавария, ПСЖ и Порту, Челси. Все эти матчи мы с вами увидим уже начиная с сегодняшнего дня, ну а лучше всего смотреть их, естественно, с моими друзьями BetWinner. Ведь именно они предлагают самые лучшие коэффициенты на Лигу Чемпионов, регистрацию в один клик, быстрые выплаты и, самое главное, надежность. Ну а также самый большой бонус. Введя промокод FLOMD при регистрации на BetWinner, вы сможете получить до 25 тысяч рублей бонусом. Так что переходим по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируемся на BetWinner, смотрим футбол, смотрим Лигу Чемпионов и побеждаем. Всем привет, ребят, я проиграл Герману, сейчас я пришел взять реванш. А я проиграл Сане Ковалю, и теперь я с ним сижу вместе, и я рад этому. Ты захочу умгал, ты имеешь в виду? Да. Братан, ну давай посмотрим, посмотрим, интересно. Мне понравилось. Первый раз мне понравилось. А я очень сильно хотел поучаствовать в этой рубрике, вот я и тут. И с Саньком будет приятно. Давай, удачи. Раз, два, три. Раз, два, три. Что должен уметь делать блогер? Снимать контент. Вообще нет. Веселить людей, народ. Бля, тоже хуйню сказал. Играть на камеру. Играть на камеру. Зарабатывать деньги, может, есть такое что? Не знаю, я просто вкину так наугад, бухать. Почему? Да, тяжелый какой-то вопрос. Вкидывать. Танцевать. Угорать. Есть. Тратить деньги. Спать. Да ну! Дрочить. Думать. Монтировать. Снимать нет. А снимать нет? Может быть, блогер должен уметь делать все? Было тратить бабки. А, интеграция. Рекламировать. Блять. Я его все, Сань, делай. Срать. Просит лайки, поставит лайки. Быть актером. Продумывать сценарий. Быть креативным, креатив. Ну, придумывать видео. Ну, уметь разговаривать на камеру. Бля, это было? Я не говорил такого? Как будто говорил. Пацаны, знаете, почему не сказал? Потому что такое ощущение, как будто говорил. Класс, он хороший. Это заявочка на победу. Лучший соус курицы. Кисло-сладкий. Кетчуп. Терияки. Я хотел сначала. Терияки. Соевый соус. Кари. Барбекю. Быстренько. Это хороший раунд. Курочку кушаем. Сейчас вы все это зрители, блядь. Вот это уже по-нашему, да? Нормально, да, прошу. Это не для блогеров. Вот это вспомнили все соусы с Макдональдса. Гранаброс. И гранаброс. За что футболист любит свою работу? Интересно, да, интересно. Эмоции. Ну, слава. Деньги. Любовь к футболу. Бля, я что подумал, угарный ответ. Блин, всегда в хорошей форме, типа, в физической форме. Наверное, за то, что после футбола. Это отдых. Ну, типа, расслабление, выпить. Красивые девушки вокруг. Бля, я это сказал. Спасибо, Рома. Вот надо себя слушать, пацаны, всегда слушайте свое сердце. Толя первый раз, 5 вопросов, 15 секунд. Вопросы простые, намного проще, чем в основной игре. Надо отвечать быстро, вот прям первое, что приходит в голову, по сути. Ну, если есть время подумать, подумать. За 15 секунд 5 вопросов. У меня есть проблемы, когда я говорю первое, что приходит в голову. Придя домой, я... Кушаю. Что может дорого стоить? Машина. Что бывает тяжелым? Гиря. Страна на букву L. Ну, страна на букву L. Подожди, а у меня неограниченное количество времени? Ограниченное, 15 секунд. Люксембург. Игрок МЮ? Марсиаль. Сань, ну ты уже на опыте. Да, я уже это прошел. Верно. Сейчас у тебя хорошие, в принципе, преимущества. 5 вопросов, те же самые, что у Толи. И запомни то, что можно отвечать так же, как он. Просто ты если скажешь, да? Да, если вдруг ты попал в тот же вариант, надо просто назвать другой. Окей, поехали, да. Раз, два, три. Придя домой, я... Псру. Что может дорого стоить? Айфон. Что бывает тяжелым? Гиря. Штанга. Страна на букву L. Лимпенштейн. Игрок МЮ. Погба. Я бы, наверное, Ливан назвал. Но ты с МЮ по-любому больше баллов забрал. Линкт
как правильно? Лихтенштейн. Короче, Лихтенштейн. Итак, придя домой я, 5 баллов, мою руки. 4, раздеваюсь. 3 балла, ем. 2, ложусь спать. 1, играю в ком. Я сказал сру. Я, кстати, тоже хотел сказать. Что может дорого стоить? 5 баллов. Машина. Мужик, да, я разница тебе сказал. Плюс 1. 4 квартира. 3 телефон. Ну, да, 2 PS5. И 1 жизнь. Айфон или телефон, как бы, да? Да, разница плюс 4. Жизнь клево. Что бывает тяжелым? 5 баллов в день. Бля. 4 гиря. 3 вещь. 2 экзамен. 1 жизнь. Вы сравнялись. Интрига. Прикольный, интрига. Прикольный выпуск, пацаны, получается, да? Страна на букву L. 5 баллов Латвия. Ой, да. 4 Литва. Как я забыл. 3 Лихтенштейн. Это... Бум. Бля, как я забыл про Латвию, как я забыл про Прибалтику. 2 Люксембург. 1 Ливия. Плюс 1 в пользу Сани. И последний вопрос, который все решает. Давай. МЮ. Давай. А, ну игрок МЮ точно я мимо. Я уверен в этой теме. Что ты там сказал? Марсиаль, да. Ну Погба, он наивнее. Типа, он очевиднее. Наивнее. 1 балл Кавани. Погба наивный, бля. 2 балла Дехея. Сейчас Погба будет. 3 Бруно Фернандеш. Погба 5. Да не, у меня не будет. Я не верю. 4 Погба. Ну, читал, блядь. Моего даже не будет. 5. Марсиак. Не, даже не будет. Как вы думаете, кто? Решфорд. Эдвелл Решфорд. Победа за мной, ребят, наконец-то. Я поопытнее в этой, да, рубрике, потому что я уже участвовал, да, поэтому. Поэтому я выиграл. Не, красава. Приятно, приятно очень было провести вечерочек. Да, на самом-то деле мне нравится очень. Я буду приходить еще, если меня позовут. А, нет, ты сам просто будешь залетать. Да, да. Ну, хорош. Все, давай, Кудачев, блядь, красава. Ты с Германом? Вот сидит Рейнджер, да, сидит Рейнджер. Подпишитесь на его канал. Это тоже Рейнджер. И подпишитесь на мой канал, Бум Шакалака, и на мой инстаграм. Всем спасибо, всем пока. Спасибо.